Всем привет, ребята. Подходим к Божьему месту. Тут, говорят, раньше отшельник был. Ну, уделял как бы время себе. Ну и строил все. Тут вот одна беседочка. Раньше было две, вон, где лесенка. Далеко. Прудик вот такой есть. Вода чистейшая. Кормушечка вот для белочек. Водичка вытекает. Вот. Божье место. Раньше вот где лесенка, вон там. Где лесенка. Была двухэтажная такая веранда. Двухъярусная. Сейчас почему-то ее сломали. Ну а так отлично. Здесь водичка втекает, и здесь вытекает. Вот она, несколько ярусов. Втекает, вытекает. Прудик. Пруд чистый. Прямо на отражение видно. Рыбок, конечно, нету. Вот здесь вытекает она. Тоже кто как может. Вот здесь вот был двухъярусный такой домик. Сейчас почему-то его не стало. То ли сгнил, то ли сломался. Как бы вот. Вода чистейшая. Вон там еще втекает. Пробегайте. Кормушки для домиков. Вон люди еще подходят. Ну тут все как бы с Божьей помощью. Иконы святых вот висят. Алкаши пьют. Мангальная зона вот все есть тут. Все как положено. Даже вот тренажерка есть. Турник, брусья. Пожалуйста, занимайтесь. Ну и кому понравилось видео, ставьте, конечно, класс. Все с Божьей помощью. Всем привет. Пока-пока.